Друзья, всем привет! С вами команда Армель. Угадайте, где мы? Правильно, мы в торговом комплексе, и мы работаем за нашей красивой чудо-промо-стойкой. Что мы делаем? Мы поднимаем настроение к Новому году, мы дарим замечательные подарки к Новому году, предлагаем приобрести. Мы тестируем наш продукт, у нас есть отличный инструмент уже в новогоднем формате. Люди все очень довольны, подходят, интересуются, спрашивают. А сейчас я хотела бы спросить у Татьяны, она здесь почти с самого утра. Татьяна, расскажи свои эмоции, свой результат. Ну, эмоций, конечно, много, особенно когда подходишь с хорошим настроением к людям, с улыбкой. Ну, люди, соответственно, тебя встречают так же. Вот, мы уже сегодня даже продали. Наша парфюмерия очень востребована. То есть людям нравится, женщины, мужчины даже подходят. Очень хорошие бабульки у нас сегодня были, очень милые. Вот. В общем, поработали хорошо. Завтра планируем прийти еще. И я думаю, на этом наше пребывание здесь не заканчивается. Продолжение следует. Завтра больше, завтра интереснее. Поэтому оставайтесь на канале, смотрите видео. С вами была Олеся Селезнева и мои партнеры Татьяна Булчевская, Наталья Никитенко. Всем до связи, всем пока! Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.